Не пропускают воскресные служения. Знают, что в последнее время в воскресенье как бы наши братья евреи рассказывали о важности как, евреев. Да, и ну так как наша церковь считается интернациональной, я решил посвятить одну вот как бы лекцию, можно сказать, интернационалу. А именно все вот те страны, как бы народы, которые упоминались в Библии. Как бы я не буду говорить страны, так как те страны, описанные в Библии, возможно, уже не существуют, как те страны, которые существуют сейчас, сегодня. Скажу даже больше. Современное определение страна на самом деле появилось только несколько сотен лет назад. Таким образом, не очень исторически обоснованно будет говорить, что Библия упоминает реальные страны. Исторически обоснованно будет говорить, что Библия упоминает реальные страны. Кроме некоторых очень редких и интересных исключений. Заглавие сегодняшней темы должно звучать так. Регионы или местоположения, существующие в пределах текущих географических границ, на которые ссылается или упоминается в Библии. Да. Ну, это слишком длинно. Поэтому вот так. То, что там видно. Да. Стоит также сказать, что для некоторых мест будет использован не только синодальный перевод, а также новая пересмотренная стандартная версия Библии. Новая пересмотренная версия, которая используется в академических кругах и библейских исследованиях. По-английски она звучит New Revised Standard Version. И я думаю, что все еще нет перевода на русский язык. Начну свое повествование со Среднего Востока. Место, где все началось. Включая, как предполагается, и первые книги Священного Писания. Начну с Израиля. Это должно быть большой сюрприз для вас всех. Эта страна упоминается в Библии чаще всего. Сюрприз. Только на иврите слово «Израиль» используется 2485 раз. И сам на иврит израильцы использовали 2485. Также именно в Израиле происходит большая часть библейских историй. И то, что в Израиле слушают популярную часть всех библейских историй. Самое такое, там, конечно, много мест из Библии можно упомянуть, но самое такое показательное – это числа 34 глава. С 1 по 15 стиха. С 1 по 15 стих. Ну, мы не будем все читать, потому что там очень много на самом деле. Тут что самое важное, как бы, что здесь повеление сынам Израилевым, поколению Израилева. Когда они войдут в землю ханаанскую, которая вот им достанется в удел. И тут просто описывается, какие стороны, каким племенам израильским будут переданы. Там, южная сторона от пустыни Син, южная граница от конца Соленого моря с востока, граница западная, тоже Великое море будет. К северу будет граница. Там от моря до горы Ор.
восточная граница, там, от Гасар-Янана к Шефаму, там именно городов. Угу. И, в принципе, вот, как бы, и так далее, и так далее. Есть много библейских названий, которые могут применяться к этому региону. Из них Ханаан, Самария, Иудея и другие территории, такие как Газа, Филистия, которые представляют современное государство Палестина. Палестина. Так, вот упоминание о вот этих местах, которые как бы представляют современную Палестину. Это, например, книга Судей, 16 глава, 21 стих. Получается, там говорится о Самсоне. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, перевели его в Газу, и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Да, видно, да? То есть здесь упоминается, как бы, вот это современная Палестина. Двигаясь на восток, мы получаем Месопотамию. Землю между двумя реками. Землю, которая сегодня известна как Ирак. И Ирак впервые упоминается, ну, можно сказать, в книге Иеремия, 25 глава, от 11 до 12 стиха. Что там говорится? «И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя и Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, а за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню». Угу. Здесь, получается, вот, можно сказать, говорится об современном Ираке. Далее, плодородные берега, расположенные между Тигром и Евфратом. Далее, начало древним царством Ассирии и Вавилонии. Обе появляются в Ветхом Завете, как более крупные, не очень дружелюбные соседи Израиля. Библия полна различных сражений, вторжений и пророчеств об этих двух царствах. На самом деле, считается, что многие библейские тексты были написаны и составлены в Вавилоне, где-то между 587 и 539 годами до нашей эры. Период известен как еврейское изгнание, поскольку у них не было родины, у евреев. Ранние евреи записывали свои истории и законы в плену, что породило Тору. Ну, то есть то, что считается у нас как Ветхий Завет. Говоря о реках, следующим идет река Иордан. Это довольно известная река. Там былые христиане по-любому ее знают. Сегодня река Иордан отмечает границу между государствами Израиль, Палестина и современным королевством Иордания. Эта река носит совершенно особый статус в Библии. Иисус Навин пересек ее, чтобы завоевать Ханаан, то есть обещанную Израилю землю. А Иисус Христос, это разные персонажи, если что, да, не путайте их. Иисус Христос крестился в этой реке, чтобы победить грех. В Ветхом Завете люди, которые жили за рекой Иордан, были известны как моавитяне. К сожалению, люди, которые писали, ну, Библию, то есть пророки, они не написали много чего хорошего про моавитян. Почему, к сожалению?
потому что моавитяне, они считаются родственными евреям. Семитскими племенами. На, на восточном берегу Мертвого моря. Согласно книге Бытие, предок моавитян был результатом кровосмесительной любовной связи. Кровосмесительной любовной связи. Между Лотом и его старшей дочерью. Да. Угу. Это Бытие 19 глава. С 30 по 38 стих. Стоит сказать еще, что моавитяне в своих исторических записях тоже отличились. И моавитяне слушают такая своя отличие в старте записки. И они писали подобные гадости и об израильтянах тоже. Так что было видно, что они не слишком ладили друг с другом. Но результат таков, что Израиль, он до сих пор существует. А моавитянам не удалось избежать общей участи мелких семитских племен. И они были поглощены арабами. Там, наверное, да, тут место как раз вот, считай, происхождение моавитян. Ну, я так быстро зачитаю. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая, младший отец, наш старый, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. И так напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в эту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином в эту ночь, и ты войди и спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовым беременными отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец моавитян до ныне, и младшая также родила сына, и родила ему имя Бен-Ами. Он отец аммонитян до ныне». Ну, то есть здесь описывается, в принципе, не очень хорошее появление этих племен. Ну, и таким образом, как бы, Израиль хотели сказать, что, в принципе, почему моавитяне плохие? Ну, потому что у них... Потому что у них происхождение, в принципе, не задалось. Ну и конец у них тоже не задался. Ну это так, идем дальше. А теперь отправляемся на юг. Юг — это Мадиан, регион, известный как Аравия. Это сухой и засушливый регион. Также известный, как, известный тем, что является землей, в которой Моисей и евреи частично провели свои 40 лет, блуждая по пустыне. Кульминацией этого путешествия должен был стать Моисей, получивший 10 заповедей на горе Синай. Кто не знает Моисея, это один из ключевых персонажей Библии. Считается даже, что первые 4 книги Ветхого Завета написал именно он. Он известен еще тем, что освободил еврейский народ из-под гнета Египта. И он и со всем своим народом пытался мигрировать в лучшую землю. Вот эти известные 10 заповедей Божьих, они были переданы Богом через Моисея. И считается, что это случилось на горе Синай. И сегодня есть очень много споров о том, где на самом деле находится эта гора. Большинство считает, что это Джабаль-Муса в Египте. Но есть еще 4 претендента, найденных в Саудовской Аравии.
Это все еще неопределенно, но в Новом Завете апостол Павел говорит, что настоящая гора Синай находится где-то в Аравии. Это написано Галатам 4 глава 25 стих. 4 глава 25 стих. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Синай в Аравии, понятно, да? Вопрос в том, соответствует ли это границам современной Саудовской Аравии. Если кто-то выяснит ответ, может быть, он также найдет определенное потерянное сокровище. Может, там на горе клад? Может, нет. Так, на севере у нас есть Арам, он же Сирия, и Ливан. Это второе Паралипоменон, вторая глава, восьмой стих. Вторая глава, восьмой стих. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерево ливанские, и вот рабы мои пойдут с рабами твоими. Как и Израиль, Ливан является одной из немногих стран, название которой сохранилось в Библии. С древних времен регион славился своим деревом. Прежде всего, кедровые деревья, которые, как сообщается, использовались для строительства храма царя Соломона. Так что вот интересный есть факт такой, что с тех пор кедр стал национальной эмблемой Ливана. И даже появляется на его флаге. Дальше на север у нас, это уже не более интересно. Турция. Штат Турция уже прямо под нами. Довольно близко. В Библии этому региону дано множество разных названий. Но ни одного из них не включает слово Турция. То есть там есть такие от Каппадокии. Каппадокия, Анатолия, земли Хатти, Киликии, Фригии, до Понта. Ну ладно, не важно, Понта. А в книге Деяний просто известен как Азия. Тут важно не путать это с континентом Азия. Это версия Малая Азия. И вот это получается Деяния, 2 глава, 9 стих. Парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, и Каппадокии, и Понты, и Асии. Вот здесь получается, она как Асия описана, ну, это считается, что это как бы территория Турции. Теперь о немного загадочном. Земля Арарат. В Ветхом Завете он описывается как далекий горный регион. Известно тем, что является местом, где Ноев ковчег приземлился после потопа. Кто еще тоже не знает, история потоп, Ной. Был очень сильный потоп, дожди, там вода. И единственное, получается, кто выжил, это тот человек, который послушал Бога. Построил Ноев ковчег. Там его там была его семья, каждой твари по паре. И когда потоп закончился, первое место, куда высадился этот Ноев ковчег, это гора Арара. Это упоминается в Бытие, 8 глава, 4 стих. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских. Библеисты считают, что Арарат является еврейской версией Урарту. Урарту.
Это царство, которое соответствует древней Армении. Королевство, которое в 300 году нашей эры, 300-й год нашей эры, нашей эры, стал первым государством, официально принявшим христианство, примерно за 10 лет до Римской империи. То есть мы, ну, большинство людей, они считают, что Римская империя это было первым государством, которое приняло официальное христианство как религию. На самом деле, еще первее была Армения. Поэтому тут там, люди должны понимать, что Армения это благословенный народ, страна. Что мало того, что у них Ной в ковчег приземлился, но у них еще и в первую очередь христианство начало как бы развиваться. Да. И последней ближневосточной страной. Страна, да, угу, которую я еще не упоминал, является Иран. Исторически известна как Персия. Оно упоминается в книге Даниила, 8 глава, 20 стих. 20 стих. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский. Библия прославляет эту нацию за прекращение еврейского изгнания. Прекращение еврейского изгнания и возвращение Израиля на его родину. Это довольно редкое явление на самом деле, потому что обычно вот языческие народы, народы, которые не являются, ну, Израилем, в Библии они не всегда очень положительно описываются. Однако здесь Персия выставлена в положительном свете. Книга пророка Исаия особо вызывает к своему царю Киру Великому. Ему дается титул «Помазанник», что, ну, считается это вообще очень... Для евреев это прям очень нетипично. Это написано в Исаия, 44 глава, 28 стих. «Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». И далее, Исаия, 45 глава, 1 стих. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народу, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Угу. То есть здесь как бы видно, что все-таки вот этот царь Кир, Персии, он, видимо, способствовал во благо еврейскому народу. И поэтому у него так все успешное правление было. Персия сыграла огромную роль в истории региона. В то время она была одной из крупнейших империй своего времени. На самом деле книга Эсфири, говорится, что ее границы простирались от Куша. Подробнее об этом я скажу позже. До провинции под названием Ходу, что часто переводится как Индия. Ходу, вероятно, относится к Инду, реке, которая протекает через современный Пакистан. Тут, значит, это Эсфирь, книга Эсфирь, первая глава, первый стих. Там, на самом деле, первый стих довольно длинный. Я только скажу последнюю часть этого стиха. «И было во дни Артаксеркса». Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. То есть здесь Индия очень четко, явно описана.
Несмотря на это, именно здесь мы получаем английские слова, такие как Индия, индуизм и библейское слово ходу. Так что Пакистан и Индия, поздравляем вас, что вы вошли в Библию. В Библии может быть еще одно древнее упоминание об Индии. В книге царств царь Соломон не только импортирует кедры из Ливана. Соломон, он не только импортирует кедры, ну, деревья, кедры из Ливана. Да, я об этом уже говорил. Но также получает партию золота, серебра, слоновой кости и даже обезьян из земли Афира. Афир. Эти экзотические сокровища заставили ученых поверить, что Афир находится на юге Индии. Или, возможно, даже в Шри-Ланке. Вот тут это описано в книге, третья книга царств, 10 глава, 22 стих. «Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов». Это может показаться далеким, но эти районы всегда были богатыми торговыми портами. Известными экспортом сандалового дерева, драгоценных металлов, специй, слоновой кости и, возможно, даже обезьян. Ну как? Скорее всего, обезьян, да. Угу. Самым большим кандидатом на библейский Афир является Пувар. Пувар. Это шумный порт на конце Южной Индии. Южной Индии. Где бы ни находился Афир, это далеко от Иерусалима. Это точно. Он далеко. Вот все, что касается Азии. Это были все ее регионы, на которых ссылается Библия. Это уже довольно обширная географическая область. От портов Индии до холодных гор Армении. Но мы только начинаем. Еще 2 континента впереди. Далее у нас Африка. Может показаться, что трудно придумать ссылки на Африку в Библии. Но на самом деле их довольно много. Легко забыть, что у Израиля есть граница с африканской нацией, Египтом. То есть у Израиля есть граница с Египтом. Будучи одной из великих цивилизаций древнего мира, Египет является крупным игроком в Библии. К сожалению, однако, он в основном изображается как злодей. Если вы читали книгу «Исход» или смотрели мультик «Принц Египта», то вы, скорее всего, знакомы с историей о том, что как евреи были порабощены египтянами и как Бог использует 10 казней, чтобы разморозить холодное сердце фараона. Если вы не смотрели «Принц Египта», тогда вернитесь домой и посмотрите его. И не только я, еще много людей считают, что «Принц Египта» это самый лучший мультик от DreamWorks. Даже лучше, чем «Шрек 2». Да. Так. В остальной части Библии Египет уходит немного на задний план. Египет уходит на задний план и оставляет Израиль в покое. Видимо, в конце концов, они услышали Моисея. Еще интересный факт для всех вас.
У Египта было много названий. Библейское слово для Египта Мисраим. И все еще используется сегодня в семитских языках. Семитских языках. Таких как иврит, арамейский, арамейский язык. Название, которое мы используем для Египта, происходит от греческого «айджиптус», которое является происхождением слова «джипси». Не-не, то есть «джипси» происходит от «джиптус». «Джипси». Кто знает английский язык, это кто? Это цыгане. Уничижительный термин, который используется против людей рома. Не наш рома. На болгарском вот часто используется это определение. Роми. Хород, ромский происход. Но, несмотря на это, они индийского происхождения. Вот, кстати, это не относится слишком сильно к теме, но хотя бы сейчас я разгадаю одну тайну для вас. Что значит ром? Которым называют цыган. Ром означает муж на цыганском языке. Есть разные варианты, вроде лом или дом. И это может иметь отношение к санскриту. А именно к словам. Дампати означает муж или хозяин дома. А дама подчинять. Лом, волосы, ломака, ломан, роман, означает волосатый. То есть, видимо, и цыгане были довольно волосатыми. Ну, их так и называли, волосатый. Или ромака, ромача. Это мужик за бородой и длинными волосами. Все, теперь вы знаете, почему их так называют. Также по санскриту «дома» это означает член низшей касты, путешествующих музыкантов и танцоров. И нужно также иметь в уме, что никакого отношения они не имеют к Румынии. Как бы странно это ни было. Мы знаем, что их там дофига в Румынии, да? Сами древние египтяне называли свою страну Кемет. Это означает «черная земля», ссылаясь на темную и плодородную почву Нила. Путешествуя вверх по Нилу, мы попадаем на землю Куш, территория, которая сейчас находится в Судане и Южном Судане. Это написано в Бытие, 2 глава, 13 стих. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Ну, там должно быть написано, это из Библии. Иногда называемый Нубий Куш, этот Куш еще называют Нубией. Куш? Это Нубия. Является преступно недооцененной африканской цивилизацией. То есть все мы знаем, что у Египта были пирамиды, да? Что у них были иероглифы древние. Так вот, у Нубии у них тоже были пирамиды. У них была своя письменность. Они были соседями с египтянами. И они приносили им много горя на поле боя. Да, на поле боя они там дын-дын били их. Библия содержит множество ссылок на землю Куш. Одну из них я уже упоминал ранее. Согласно книге Эсфири, это была самая западная провинция Персидской империи. Да, Персидской империи. Хоть Персия не очень долго держалась за этот регион, еще одно интересное упоминание о народе Куша – это жена Моисея.
можно картинку вставить. Сейчас увидите ее во всей красе. Из книги чисел. Из книги чисел мы узнаем, что она была кушитской женщиной. Эта картина была нарисована в 17 веке Якобом Йордансом. И сразу заметьте, что жена, ну, она африканского происхождения. Да, так что вот так вот. Несмотря на то, что королевство Куш исторически можно найти в Судане, некоторые ссылки на землю Куш, по-видимому, относятся к Эфиопии. Библия также называет это царство Сава. И, возможно, вы знакомы со знаменитой царицей Савской, которая посещает храм царя Соломона. Это описано в главе, это во второй книге Паральпоменон, 9 глава, 11 стих. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма богатым богатством и с верблюдами, навьючными благовониями, и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. Для эфиопских церквей сегодня царица Савская играет очень важную роль. Эфиопская национальная хроника называется Кебра-Негаст. Ну, Кебра-Негаст. Угу. Прослеживает королевскую линию царей страны до царицы Савской и царя Соломона. Линия царей страны до царицы Савской и царя Соломона. Трудно понять, где находится царство Савы сегодня. Но, вероятно, это была территория, которая существовала вдоль границ современной Эфиопии, Эритреи, Джибути. Целых три страны. Так что богат. И мы дополняем наши африканские страны в Библии Ливии. Это провинция, которая кратко упоминается в Новом Завете. А именно в книге Матфея, 27 глава, 32 стих. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, и сего заставили нести крест его. Здесь это описывается, когда уже Иисус Христос шел на Голгофу. Считается, что Христос нес крест, но тогда он уже был измучен после как бы пыток, и он не мог уже унести этот крест. Тогда они вот увидели этого кириньянина и сказали, чтобы он нес крест. Кирена – это один из величайших городов античности, центр исторической области Киренаика. Город, посвященный Аполлону, стоял на территории современной Ливии. Так что можно сказать, что ливиец носил крест Христа. Теперь наша библейская карта начинает обретать форму. Но остался один последний континент для посещения. Это Европа. Вот мы сейчас в Европе находимся. Возможно, мы сейчас что-то интересное услышим. Ко времени Нового Завета регион современного Израиля принадлежал Римской империи. Это называлось Пакс Романа. Это такой длительный период мира и относительной стабильности в пределах Римской империи. В переводе с латыни означает «римский мир». Римская империя соединила все Средиземноморье сетью оживленных судоходных каналов. И что ранние христиане использовали в своих интересах.
То есть для евангелизации. Вскоре после смерти Иисуса в Иудее христианские общины начали появляться в прибрежных городах. Христианские общины. Особенно в Греции. Многочисленные послания апостола Павла были адресованы этим греческим общинам. То есть, будь то коринфяне в Коринфе, фессалоникийцы в Фессалии или филиппийцы в Филиппах. То есть все эти послания из Нового Завета, они относятся к грекам. Греция стала ранним центром христианства. А греческий язык быстро стал языком Нового Завета. А потом появилась Италия, а точнее ее столица, Рим. Рим и римляне упоминаются много раз на протяжении всего Нового Завета. Есть даже книга под названием «К римлянам». И мы знаем, что апостол Павел был гражданином Рима. Вечный город станет ключевым в статусе христианства. В статусе христианства, как мировой религии. И для многих людей Рим является сердцем религии сегодня. Ну, в основном для как их там? Католиков, да. Новый Завет ссылается на многие небольшие провинции, которые могут быть связаны со странами сегодняшнего дня. Есть Кипр, Далмация, которая станет Хорватией, а также частями Боснии и Герцеговины. Македония, которая находится в некоторых частях Греции и современной Северной Македонии. Скифия, которая в то время относилась бы к Румынии и Болгарии. Это можно прочитать в Колоссянам, 3 глава, 11 стих. 3 глава, 11 стих. Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но во всем Христос. То есть здесь болгары, они упоминаются не в самом положительном свете. Они вспоминаются как скифы. А скифы, они тогда представляли варварские племена. Упоминается, ну это уже не в Библии упоминается. Я просто тут немного поговорю про болгар. Потому что мы все-таки в Болгарии живем. И вот теперь вы знаете, что Болгария упоминается в Библии. Упоминается, что болгары приходили на Дунай. С востока. Дунов, да. То есть от скифов. И в сказании о Словении и Руси и городе Словенске, ну, там есть такие сказания, можно тут понятно, в принципе, упоминаются скифы и их предок скиф, который был внуком Иофета. Вот интересно, а Иофет, он библейский персонаж. Один из трех сыновей Ноя. То есть болгары, в принципе, уже, получается, где-то два раза уже их корни упоминаются в Библии. Ладно, тут можно я вот этот момент пропущу тогда, ладно. Дальше идем тогда. А, еще уже час, ничего себе. Ладно, давай. А, тут немного осталось, все, сейчас дайте потерпите. Еще две страны, и все, мы закончили. Так, Испания. Получается, есть отсылка к Испании, и может даже Португалии, к римлянам, 15-24. «Предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслаждусь общением с вами, хотя отчасти». То есть в римлянам упоминается Испания. Также Испания может фигурировать в Ветхом Завете.
знаменитая история об Ионе и ките. Знаете эту историю, Ион и кит. Ион пытался убежать от Бога. И он, чтобы убежать от Бога, он плыл на запад в Тарсис. Ученые считают, что Тарсис может быть Тартесосом, оживленный порт на юге современной Испании. В то время этот порт рассматривался как край известного мира. Цвета. Поэтому был бы подходящим местом для пророка, чтобы избежать от Бога. Еще, возможно, там упоминается Франция. Но это спорный момент, потому что упоминается он в маковейских книгах. А в синодальном переводе он его не внесли. Но считается официально в православии и в католицизме. И самое последнее, что я оставил напоследок, это Исаия 49:12. Вот они придут издалека, и вот от севера и моря, и другие из земли Синим. Синим предполагается, что это древнейшее в литературе упоминание Китая. Так что, возможно, в Библии упоминается даже Китай. Ну, на этом наш урок географии закончен. Получается, что вот мы оформили уже несколько стран. Египет, Ливан, Израиль, Персия, Кипр, Греция, Италия, Испания, которые все еще существуют сегодня. Да, все, готово.